Всем хай, с вами Юджин, и это я, ваша мама, снова вернулась к вам, чтобы продолжить обеспечивать вам счастливое детство и воспитывать вас хорошими людьми, уравновешенными, самое главное, такими же, как я. У нас катсцена. Дети, что вы там... Чего там ходите? Он идет за ними? Это вообще монстр из Дума, чисто имп. Оно прям за ними, за моими детьми, из вентиляции идет. Я, пожалуй, проснусь. Что-то подсказывает мне, что я должна выполнять свои материнские обязанности. Что такое? Что там за... Survive... А, переживите ночь. Самое легкое, кажется. Деть. А что ты ходишь здесь? Кайла! Включи свет! О, блинушки! Все! Он хавает в комнате Тимми мою дочь! Я в темноте найду комнату своего сына! В темноте, понял? Отошел! Так, Кайла, ты жива? Все хорошо, да? Все в порядке. Итак, как дела у тебя? Мне страшно. Это значит, что это атипичный день и ничего сверхнеобычного. Сейчас, погоди, доченька, ты можешь тут, пожалуйста, постоять, пока я все фиксю? Фикс. Ой. Вот так. Есть! Так хрел, что ли? Не для тебя свет чинил, не для тебя. Он к ней, он сам ее в комнату отнес. Может, он не такой плохой, как кажется? Да ладно, мы его просто не поняли. Кайла, что там у тебя? Монстр шел по-любому, в этот раз 100 пудов. Сейчас я пойду, найду своего сына. Вот что-то как-то его я не могу найти. О, Мисага. Так, Лиз, соседи. Мэри, у нас... Что это такое? Мы обеспокоены шумами, которые мы слышим из вашей квартиры. Посмотри на время. Сейчас почти что 3 часа. А, черт, дай я с Мисагу почитать. Да... Стоп, это, кажется, это не дочь моя, это Тимми. Это Тимми. О, спасибо. А че я так медленно иду? Как-то очень медленно я хожу. Тимми, вставай. Кайла? Спит, ладно, хорошо. А почему? Подожди, я думал, ты визг моей дочери, Кайлы, но это Тимми визжал. Как девчонка. Так, хорошо, стоим. Надо отвезти его в комнату. Он ушел? Я хрен знает. Ты у кого спрашиваешь, женщина? Я не знаю ничего. Тимми, иди ложись спать. Здоровье. Здоровье надо восстанавливать срочно. Тем временем мама почитает дальше. Так, время 3 часа, и постоянно слышим кричащих детей. Как будто они кричат просто последний раз в своей жизни. Что там происходит у вас? Ну как бы, это сложно объяснить. Вам не понять. Фу. Кайла, ты жива? А, молодец. Да, чурочка моя. Хорошая мысль, кстати. Давайте везде включим свет у моих детей. Вот так будешь спать. Все, it's okay. Кажется, он ушел. Мы выиграли. Победа наша. Как бы закрыть эту вентиляционную? Не знаю. Так, здесь никого нет. Давайте позырим на задания. Какие у нас задания остались? Мы пережили ночь. Все, можно, кажется, спать. Зашибись. Ой, а что так темно? О, все. Да какого хрена? Кайла просто вынесла ее. И он побежал куда? В комнату к сыну моему? Нифига, он быстрый. Скорей. Не трогай мою дочь. Как ты можешь спать, когда твою сестру хавают? Блин, только попытался уснуть. Ну что такое, а? Пошли со мной. Ладненько, кажется. Нам так просто поспать не дадут. Хотя,
Монстр вот, конечно, не видел, да, что я уже вычеркнул это из список дел, эту задачу. Уже вычеркнул, все, ложись. Как там здоровье? Increasing, хорошо. Вот прям... Все вычеркнуто. Я выжил, значит, все, мы больше этим не занимаемся, мы спим. Ладно, давайте просто уснем. Просто... Надо посмотреть. Не дали мне уснуть. Взяли и не дали мне уснуть. Кто там? Я с ума схожу, да? Никого же нет. Сообщение. Итак. О, блин. Считайте это как предупреждение. Мы сообщим в полицию, если услышим детский крик и вот типа того. Мы надеемся, что это просто недопонимание. Если ты захочешь просто разъяснить все, все вопросы, заходи. Ну, давай зайдем. Как, я не знаю, как не зайти? Нельзя открыть дверь. Я не могу выйти из этого дома. Вот это вот проблема настоящая. Детские крики — это так. Это побочка. Все, спим. А, эти часы. Сейчас уснем. О, сейчас уснем. Есть! Сколько здесь ночей-то в итоге в этой игре? Так, у Кайла как дела? Смотрите, да они полностью здоровы. Нет, они уже не полностью. Немножечко мы позволили этой твари их закоцать. И, кстати говоря, Тимми стал менее здоровым внезапно. Теперь он не любимчик семьи. Я что-то слышу? Ладно, давайте встанем. Пока что нет никаких заданий. О, боже мой. Сообщение. Карен. Так, так, значит, ищут... Что происходит? Какие задания? Какие у нас новые сообщения? А, вот. Короче, кто-то пытался пробраться в твой дом. Мэри, тебе нужно что-то сделать. Тебе нужно использовать доски, чтобы забаррикадировать свой дом. Я знаю, это звучит слишком... слишком. Но тебе нельзя рисковать. Ты должна сделать... Все, что в твоих силах, чтобы помочь Кайлу, и чтобы защитить своих детей, короче. Итак, смотрите, у нас задание. А, блин, простите. Каждое окно нужно забить досками. И каждую вентиляцию. Блин, звучит как много работы вообще, ну надо мне. Где у нас доски-то, кстати? Я же и не знаю, где у нас доски лежат. Не припомню, чтобы я покупал доски. Никого нет. Окей. Я знаю, что надо сделать. Надо сначала пойти проведать детей. Это важно. Это важно. О, доски. Откуда это все появляется здесь? Кайла. Кайла не здесь. Детишки. О. Что ты стоишь? Мне страшно. Опа. Теперь и мне страшно. Зачем ты это сказала? Что? Ты не можешь при себе держать свои мысли? Что за детский сад? Зачем пугать маму? А где твой... Брат-то твой где? Ладно, не отвечай. Я сам найду. Вот сюда. Плюхнись. Хорошо. Дети в полном порядке, почти что. Я мать хорошая, почти что. Дверь закрыта. О, сынишка исчез. О, так, тебе... Мне страшно, ладно. Я это уже слышала. Придумай что-нибудь новенькое, пожалуйста.
Все, ложись сюда. С этим я разобралась. Дети в полном порядке. А теперь пора начинать забаррикадировать окна. Ой, нет, стой, открой. Закрой точнее. Как? А-а. Прям вот так, да? Окей. Достаточно одной? Достаточно, видимо. Да, блин, не то нажал. Ать. Какая я умелая женщина. Все умею, все могу. Хорошо, следующая доска. А, окно. Блин, какие там лампочки, непонятно. Окно вот здесь. Закрыть. Ой, кажется, крики. И это... Тимми пошел опять в ванну, я же ее оттуда вот только что достал. Бегом! Жрут. О, нет, это не в ванной. А где? Где ж тебя едят? Ты дай мне знать. Где едят? Охренеть! Ты че тут? Пошел отсюда. Ой, здоровье ухудшилось у него. Все, пошли. Блин! Тимми, ты это видел? Давай договоримся, что... Нет! Где теперь он? Где он теперь? Да боже ж мой! А, вот ты где! Все, я тебя спас, ты меня спас. Давай договоримся, что мы теперь присматриваем друг за другом. Ты охраняешь меня как взрослый, как твой отец. Этот звук мне не понравился. Кто-то, кажется, вошел. Кто-то вошел в дом. Сейчас тюма стамину, да, сожрет. Кайла, ты спишь? Спит. Умница. Просто умница. Так, я не забил еще на эту идею забить окна. Ай, я молодец. Ай, Тимми. А, стой! Стой, куда? В кладовку понес. Да чтоб тебя. Забавно, что я фотками его гоню отсюда. Да, он ушел. Что-то ему нравится тебя здесь жрать. Видимо, что-то есть особенное в этой кладовке. Давай сразу ты заодно зайдешь, а я и вот здесь вот забью твое окно. Тебе все равно не нравился вид из этого окна. Там даже нету детской площадки. Вот я не знаю, как с этим бороться. Надо пережить ночь. Пережить. Задача пережить. Это окно забито. Сколько осталось окон? Вот это последнее. Во-первых, сначала закрыть его, конечно же. Во-первых, забить его, конечно же. Да. А, последнее осталось. Блин. Кто включил? Я не знаю, где это. Так, во-первых... значит, ради нафиг. Да будь ты проклята. Доченька, все в порядке? Быстро отправляйтесь спать. Блин, две стамины с меня сняли. Две стамины. Сейчас последнюю снимут, и я не смогу бегать. А где же ее найти? Ладно, просто делаем свое дело. Баррикадируемся. Раз, два. Very good. Вентиляционный... Да... Он через вентиляцию, да, это сделал? Через вентиляцию. В ванную пошел. Ща. Так, короче, непонятно.
Пойдемте в ванну, скорее. Скорее, Кайло. Вот по жопе ему надавал. Вот. Сразу хоп и закрыл. Пойдем со мной. О, стамина! Есть. Вкусно. Хорошо, здесь. That van does not lead out... А, эта вентиляция не ведет. А, блин! Нет! Нет! Куда? Куда это он ее? Опять сюда, что ли? Стоп, 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 стоп. Вот сюда. Хорошо, благо он в одно и то же место ее тащит. А, здесь вентиляции больше нет. Доченька, пойдем поскорей. Мама что-то совсем уже пересрала. Вот это ведет снаружи. Снаружи, в наружу. Эта штука ведет в наружу, понятно? Вот здесь еще. Баррикадируем. Да господи! Ты что, ты сама что ли упала? Она просто сама подскользнулась. Пойдем спать, дочурка. Ты, мне кажется, ты просто плохо поспала. Просто плохо поспала. Я даже не знаю, а где еще одна решеточка вентиляционная? Все, спать. Я не знаю, где еще одна может быть. Возможно, где-нибудь в комнате Тимми. Тимми? Ты спишь? Ай, молодец. Вот это. Нет, она никуда не ведет. Это мы забаррикадировали. Что это за звуки? Погодите. Моя гребаная стиралка. Окей, стоп. Ладно, смотрим. Все. Просто спать. Ладно, я буду спать с этим бревном в руках. Окей. Просто спим. Все. Я сделал все дела, а больше ни о чем не думаем. Просто наплевать. Ну так, разочек. Оп, оп, и все наплевать. Есть! Ай, я молодец! Ай, я умница! Прекрасно! Просто замечательно! Фух, хорошо! Это была действительно ночь, в которой наших детей просто жесть как расходцали. Теперь все серьезно. Теперь нас просто будут атаковать со всех сторон. Ладно, я думаю, на этом мы с вами закончим, ребят. Продолжим в следующий раз. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Если у вас сегодня день рождения, у кого-то из вас, то поздравляю с днем рождения. Короче, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующем видосе. С вами был Юджин. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться на канал, жать на колокольчик. И, в общем, все, все, что у вас на душе. Все, чем вы хотели бы поделиться со мной, пишите в комменты. Пишите в комменты не только на YouTube, но и в моей группе в ВК. Но также в моем телеграм-канале, который недавно открылся. И, в общем, во всех моих соцсетях, которые будут по ссылкам в описании, переходите и становитесь ближе ко мне и к нашей маленькой уютной тусовке. С вами был Юджин, и всем пять!